Всем привет! В этом видео я проведу краткий обзор детской пароварки Биаба. Давайте посмотрим, что входит в комплект. Сама пароварка, мерный стакан со встроенным блендером, емкость с дырочками в виде друшлака, у нас она уже желтая, потому что мы часто готовим с тыквой, крышка, лопатка, инструкция и книжка с рецептами. Книга с рецептами очень классная. Вы найдете здесь также рецепты на русском языке. Очень клевые. Итак, начнем. Сегодня мы готовим грушевое пюре. Наливаем в емкость воду до деления 3. Здесь есть такие деления. Выливаем воду в пароварку. Фиксируем наш мерный стакан. Ставим нашу емкость внутрь. Режем грушу, у меня уже нарезанная. Высыпаем. Закрываем крышку и нажимаем старт. Примерное время готовки 20 минут. Когда еда готова, вы услышите звуковой сигнал. Пароварка Биаба очень простая в использовании. Она сэкономит ваше время и сделает готовку приятной. Но также, как за любым прибором, за ней нужен уход. Примерно раз в 3 месяца нужно будет почистить накипь, и сейчас мы покажем, как это делать. Если кнопка загорелась красным, это означает, что появилась накипь и надо ее удалить. Для этого мы смешали 110 мл воды и 110 мл уксуса. Все это мы заливаем внутрь и оставляем на ночь. Утром выливаем содержимое и споласкиваем 2 раза. Также 1 раз прокипятить с чистой водой, после чего вылить. Сигнал прозвучал, я уже выключила пароварку. Открываем нашу крышку. Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром. С помощью лопатки достаем нашу емкость с дырочками. Очень удобно. Ставим сюда. В нашем стакане мерном осталась вода. В некоторые рецепты она пригодится, но так как нам она не нужна, мы ее выливаем. Фиксируем наш стакан обратно. Высыпаем нашу грушу. Берем нашу крышечку, закрываем. Закрываем также основную крышку. И с помощью колесика включаем блендер. Все, наше пюре готово. Наливаем в тарелочку. Ну что, наше пюре готово? Я иду кормить ребенка, а вы ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.